Новосибирск получит дополнительно из областного бюджета на текущий ремонт и содержание дорог 278 миллионов рублей. Состоянием магистралей недовольны и жители, и региональные власти. Губернатор Андрей Травников убежден, администрации мегаполиса следует искать не только бюджетные, но и внебюджетные источники. Убеждать меня бесполезно в том, что якобы основные проблемы содержания и состояния улиц и дорог в городе связаны исключительно с недостатком финансирования. Тем не менее, я понимаю, что, как я уже сказал, ну как минимум на стройку и капремонты нужно добавлять, это раз. А второе, для того, чтобы наверстать упущенное и привести в порядок то, что подзапущено, за короткий период, без вливаний, конечно, это сделать за счет организационных управленческих талантов, это невозможно, деньги нужны. Из ближайших дополнительных доходов областного бюджета выделить средства в виде допов на дорожную деятельность в городе Новосибирске. Проблему содержания автомобильных дорог в Новосибирске неоднократно обсуждали областные парламентарии от фракции «Единая Россия». Профильный комитет регионального заксобрания регулярно поступают жалобы от горожан на качество дорожного покрытия в мегаполисе. И решение губернатора о выделении дополнительных средств на ремонт магистрали новосибирские депутаты поддерживают. Нам необходимо успеть в майской сессии эти деньги надо выделить. Решение комитета таково, что технические задания, это мы должны понимать четко, ясно, куда эти деньги они уйдут. Но, Андрей Александрович, я извиняюсь еще раз, реорганизация структуры управления. Вот это должно быть главное.